Привет! Сегодня проходит Ларри Open Day на этаже, и можно выбрать очень много классов. Какие классы ты выбрала на сегодня? Привет! Сегодня я сходила на High Heels, на хип-хоп с Настей Скобриковой. Я сходила сейчас на Dance Hall. Дальше я пойду на Just Fun. Ларри Open Day подходит для начинающих танцоров или больше для продвинутых? Нет, подходит и для начинающих, и продвинутых. Если ты хочешь понять, какое направление тебе нужно, то это самое место и время, и день. Каких педагогов вы сегодня выбрали на Ларри Open Day? Сегодня я была на йоге, потом была у Софи на латине. Очень понравилось. Так зажигательно. Будьте на контенте. Да. Ты у нас первый раз на Ларри Open Day? Я, да, на таких мастер-классах первый раз. Ты расскажи впечатления свои. Все очень атмосферно, очень круто, мы учим очень много, все друг друга поддерживают, это очень классно, и, впрочем, все очень-очень классно. Класс, а откуда ты к нам приехал? Я приехал с Бреста из Легатон-студии. Крутяк, у нас гости из других городов. Здорово, спасибо большое. В каких классах ты сегодня был за весь день? Соло латино, Оля Зайц, контемп и сейчас хоп будет. Очень разнообразно по стилям. Почему именно такой выбор? Ну а зачем танцевать все одно и то же? Надо что-то пробовать новое. Правильно, крутой ответ. Ты первый раз на Ларри Open Day? На Ларри Open Day, да, но в этаже не первый. А какой ты можешь сказать отзыв о Ларри Open Day? Что нравится, что не нравится? Очень нравится, потому что это дает возможность развиваться, это как лагерь мини, вот, чего не хватает в Беларуси, поэтому это очень круто.